Люблю осень. Нельзя ее не любить, когда живешь в Грузии. Стоят последние теплые и солнечные дни. Уже похолодало. Опадают листья. Это дорога в Кахети. Скоро свернем к деревне. Каменный дом и черепичная крыша. В воздухе аромат вина. Саперави. На кухне вся в хлопотах, хозяйка. А там на виноградниках крестьяне собирают последние гроздья. Здесь что-то я ничего не вижу. Саперави. А, это саперави. Вот, я люблю саперави. Как правильно связать? Я тиши мой черевок. Ага, значит. Саперави из кан дгеба рогоц мшрали. Севе нахелат кмилат кмилат кмилат. Вот саперави говорят, что лучше пить с мясом и с рыбой. В принципе, вкус у меня хороший, даже отличный. Сорт винограда саперави очень медленно созревает и долго сохраняет свои качества. Я пойду подальше. Ой, смотрите, какие гроздья. Ой, красит руки. Как сказал Бека, обладает приятной терпкостью и богатым букетом. Еще имеет очень красивый густой темно-гранатовый цвет. Крепкость вина 10-12 градусов. Идем на давильню. Сюда? А-а-а. Смотрите, вот сюда вот надо так рукой взять. Обычно это делают мужчины. Сбор винограда закончен. Теперь за дело принимается винодел. Это всегда мужчина. Его задача превратить гроздья в вино. Вы понимаете, в этих валенках я в давильню ступить не могу, поэтому мне принесли новые. И хотелось, чтобы не пачкать. Ух ты! Это же дошло до формы дачи, сатнахели. А почему здесь обычно дроиндели сатнахели? Эти физгонали гамотли. В мире нет аналога методу изготовления кахетинского вина. В Сатнахеле виноград давят ногами, причем только мужчины. Так вино получается качественным. Виноградные косточки остаются нетронутыми, и у напитка не будет нежелательной горечи. Мне здесь нравится. Немножко жалко виноград. Выжатый сок стекает в зарытые в землю глиняные квеври для брожения, выдержки и хранения. Но прежде его нужно очистить и промыть. Тоже дело не женское. Именно так делали наши предки, да? Эта грабля называется пчхива. Сюда поместили виноград примерно месяц назад. Сначала нужно вылить вино, а затем достать оставшиеся на дне виноградные косточки, кожуру. Вся эта смесь называется чача. А из чистого сока получается отличное вино. Этот квеври вмещает тонну вина. Соответственно, и чачи там было немало. Это вам не водка. Теперь моем квеври изнутри. Раньше, конечно, это делали не щеткой, но так процесс менее трудоемкий. Пахнет спиртом. Я не опьянею.
Чего только не сделаешь ради хорошего вина. А женщина была до этого в Клевере когда-нибудь? Нет. Нет? Я первая? Ой, люблю, когда мне это говорят. Кажется, все. Пека, спаси. Дугилис моментчи, ро чавцула цадуграт. Ерти мехутеди унда еклес квеерс. Ис чача дарча, чакиан дурдоян цамовида, винина тквалаприанат да. Созревание вина – целое искусство, особенно когда речь идет о лучших винах. И здесь важна ферментация или брожение напитка, то есть превращение сахара виноградного сока в спирт. Ой, такой прям уж, с градусом. Катитали тоже? Амас магалда нахреба лами киде, а я минас. Эсту армуирц ада гахма, гашра. Эстиха гаибзареба гатхдева. Молодое вино, в котором едва завершился процесс брожения, бывает грубоватым и едким. Экуситуэ дарчила масе, мартамде. Эсганистис пуневру фильтрациас. Ану кутускан малобаши. Чача, нела-нела мидис табла. Эхам тра табла арарит асуу. Нела-нела мидис табла. Ай амит хтеба гуинис мохсна. Хапири пия амас. Рогор хапири? Хапири. Ага. Сами. Хитинский хлеб называется дедаскури. Мука, дрожжи, соль и вода. Никакого секретного рецепта, но очень вкусно. У нас появились зрители. Where you from? I'm from Estonia. Сбор винограда Артвелли – это праздник, постоянные застолья и гости. К этой кахетинской семье гости приехали из стран Балтии. Хозяйка только и думает, чем угостить. Почти в каждом доме хлеб пекут сами, прямо во дворе, тонны. Выглядит, конечно, он не очень хорошо. Отлично, молодец! Это легко. Давайте теперь каждый свой. Доставайте. Это виноградный сок с мукой. Это грецкий орех. А это мое любимое лакомство, но сделала своими руками впервые. Здесь нет. Вот сушила, а потом сверху.
Сколько? Как можно больше полить? Еще, еще, еще. Ну, уже мало. До конца, зароете прям его. Вот так. Я такая профи, что учу других. Эти женские дела я знаю. Как вот так вот в длину или как-то? Мясо это не женское дело? Нет, и. Свинина? Грузинский мужчина на кухне. Непривычная картина. Но знаете, все, что касается вина и шашлыка, этого они не доверяют никому. Сколько соли. Все делаю под строгим руководством Бекки. 2 минутки с анатомией, 2 минуты с рукой. Мне уже плохо. Так заканчивается любой праздник сбора винограда. Тамада допивает последние литры прошлогоднего вина и пьет за те, что только начинают бродить в фабрике. Руками? Да. Кстати, быть тамадой – дело не женское и абсолютно справедливо. Сакартвелос гаумардис. Это просто грузин. Картвелос гуинос гаумардис. Сакартвелос гаумардис.